Итак, всех приветствую на четвертой серии по Сталтер 2. Вот, собственно говоря, в прошлой серии мы сбежали от свиноты, которая за нами гналась. Попали в пещеру. Будем смотреть. По идее, нам нужно артефакт достать. Хрюкает там сверху. Будем посмотреть. Вот здесь, походу, уже расшибся разок. О, ты что ли, коленку поцарапал. Саша романтик. Видать, искал романтики тут. Разрядить. Я даже не знаю. О, блин, почти поломанная. Ладно, заберем. Посмотрим, кстати, что он там берет по среднему состоянию. Ну его нафиг, а? Походу, Саша так тут и погиб. Романтики искал. Так, короче, я применю аптечку. А здесь кровосиси у нас. Ну, слушай, я помню в прошлой серии. Какой прошлый? В первой серии кровосиси нам доставляли много неудобств. Хиляться. Давай еще раз. Ты где? Мужика. Да хильнись ты. Или зарядись. Не попал. Отлично. Это было крипово. На этих пацанов, походу, золотать не получится, да? Я золотал. Ух. Ладно, отбились. На винтовке патронов нету. Не, немного есть каких-то. Я бы еще такой бы, что калашников, наверное, взял бы. Этот слот, потому что патронов реально нету. Вот хоть и побитый жизнью. Так, возьми, пожалуйста, калашников. Калашников, я сказал. Калашники 8 патронов. Может, другие патроны у тебя есть на калаш? Попробую. Нет, нет у него ничего. Ладно, будем выживать то, что у нас есть. С тем, что у нас есть. Все равно звуки недобрые тут. Разрядить. Разрядить. Забирай, пожалуйста, все это добро. Так. Не-не-не-не-не. Почему я все время нажимаю О? Это вот как... Эй, отвисни, пожалуйста. 6. Всё, подобрали. Не-не-не-не, там явно вот в эту сторону надо идти. Окей.
Окей, отлично. С этим разобрались. А ты здесь как очутился, что тебя убило? Тебя просто сюда скинули, может? Так. Заберем еще тебя. Разрядить. Надеть. Не. Наденем тебя уже. Раз уж так. Все же больше патронов, чем... Угу. И патрона, 12 патронов. Ну, я понял. У нас тут массовая нехватка патронов. Я хоть посмотрю, что там за артефакт было. А же тут не гопнет никто. Так, а еще у нас здесь мистер Свинота обитает. И еще придется бежать очень быстро. Что мы, наверное, и сделаем. А то мистер Свинота нам спуску не даст. Давай здесь просто пробежим. Так, сейф. Посмотреть, что там за артефакт такой нам. Мы выудили. Химзащита, радиозащита, слабо. Плесень. Ну, артефакт, который нам дает радиацию, скажем так, нам не нужен. Ну чё, здорово. Ну, артефакт у тебя? Какого хрена не попередив, что в пещере такая мудота водится? А ты б тогда пошел туда? Ото ж бо и воно. Ну, ты, конечно, засранец. В принципе, с одной стороны, мне этот артефакт не особо-то и нужен. Слушай, помогать этой свиноте я даже не знаю. Тримай. И вали звідси. А ты красава. Глаз долой. Але грошей не дам. Нема. І мана так нуль. Пошарпало мене. Хіба що от є така вартівська хрінь. Що це? Що це? Але може знадобиться? Бувай. Зона дасть. Побачимося. Ну ти, звісно ж... Мудак, блін. Що ти мені там видав? Сенсор варти. Ладно. Живи. Так, окей, я тут немного поигрался с ФПСом, потому что здесь была горе беда. Давай, косой. Да ничего. Откуда такая ненависть к варте? Варту нанаводиш. Настільки, щоб добувати беззбройних. Вони ж наважилися. Мразоти. Була в мене група. Ще до Ріхтера. І база була. Справжня. І що? На хімзаводі. І що? А, точно. Ти ж свіжина. Коли варта хімзавод вирішила під себе підім'яти, вони не церемонилися. Дали 15 хвилин на вихід з речами з їхньої території. А тих, хто не встиг, просто перестріляли. Ну да, такое себе. Озброєних чи ні? Тож, немає в мене до цих покидьків жалю. І не буде. Угу. Я думав, ти сразу. Одразу двигнеш із зони. Одразу. Можна лише коні двигнути. Зелень. До зони готуватися треба. Поміркувати, що, куди. А головне, навіщо. Ладно, давай. Раст. Не заважатиму. Ось це правильно. Всі б так. Чо, здесь уже рассвет? Свинота. Свинота помирать не хочет добровольно, да? Вот еще свинота. Свинота добралась до меня. Так, а свинота сможет зайти вовнутрь по лестнице? Еще у меня одна дробина осталась.
Две дробины, окей. Все, и дробины больше нету. И что мне с вами делать? Такой свинотой. Ты ж там подарки мне не оставил наверху. Никаких. Я, конечно, в прошлой серии все залутал. Да, с боеприпасами тут реально беда. А свинота прям очень много, и она живучая. И которая не отстанет. Ладно, короче, давай я сейчас просто посмотрю маршрут, по которому мне надо будет идти. А, так, залезь, база. Ну давай, за семью замками. Просить припоя капитана Зотова найти информацию о припоях. КПК, карта. Короче, мне в любом случае на малую зону, в этот лагерь, короче, надо идти на залесе. Ну что, бегом тогда, получается, идти надо. Прям хорошенько так бегом. Через аномалии. Все короче. Ну, к слову, да, вроде как подвисание стало поменьше. После того, как я настроечки поменял. Так, я надеюсь, свинота от меня отстанет. Не, все равно типа нагрузки есть. Зря, конечно, может быть, я на них пули тратил. Сколько у меня, кстати, денег, интересно, просто. Так, инвентарь ты откроешь? 4483. Ну, слушай, мне надо конкретно так боеприпасами закупаться, потому что, ну, не хватает. Слушай, а у торговца там только, блин, еда есть. Что это такое? Казалось, что труп какой-то лежит, может подлутать. А это просто камни какие-то. Так, ладно, от свинота забежали, можно сохраниться. Игрушки, да, игрушки сейчас патчи нужны, потому что она только вот буквально вышла недавно. Потому что, ну, казалось бы, там что там. Видюха там, знаете, на уровне там 40-70 Ti, там можете почитать, в принципе, комплектацию моего компьютера под этим видео, но все равно, знаете, ну как, ну, заспавнились. Пушку прибрал бы? Да прибираю уже, прибираю. Нервно какой. Ладно, пошли. Открыть. Угу. Ну что там у тебя? Чем могу допомогти, сталкеры? Да так, поторговаться. Ну, погляньмо, что там у тебя. Давай, давай. Кстати, да, эти желтые он берет. Поэтому их буду собирать. Плашников он не возьмет. Подтвердить. Противогаз я бы взял бы. 10 тысяч стоит. Мне не хватит на противогаз. А патроны сколько у тебя стоит? Хотя бы просто на дробь. Уж на дробь, я смотрю, полезно. Картечь. Жекан.
Давай-ка аптечек, короче, наберу. Ну, столько, я думаю, мне точно хватит, да? 3000. Почти весь мой бюджет. Да, давай. Артефакт я, наверное, продам. Что деньги позарез нужны. Еды, наверное, мне столько не надо. Винтов, энергетиков. Воды можно чуть поменьше. Как-то так получается, да? Ну, слушай. Глянь, может, что там у тебя? А мне еще патронов немного на МП-5 мой. Ну, кстати, они получше стоят уже. Да, давай берем. Заходишь, че? Да, зайду. Хотя, может, задания есть какие? Может, цены получше будут. Так. Что нового в зоне? Задания у него нету. Окей, зайду, зайду. Пошли, посмотрим. Что это тут за машина такая стоит интересная у вас? Вахта. А, ну это военных. Давай сейф. Зайдем, поговорим. Что, можно? Сподіваюся, ти по ділу? Іменно. Сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкере. Сам знаєш, із чим. Косий. Саме він. А що, як я можу допомогти? Думаєш, косий? Ясно, віриш, що це косий вбив твоїх людей? Це питання порядку. Ну, я вже помог йому. Не віри. Якщо вільні вирішать, що можуть безкарно вбивати моїх людей, настане хаос. Ми обов'язково знайдемо і покараємо справжнього вбивцю. Але зараз для порядку вистачить і мародера, який привласнив те, що належить варті. Я даже не знаю, хочу ли я тебе помогать или нет. І що я можу зробити? Косий мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидалими ніколи. Мені потрібні сенсори, які Косий познімав з тіл моїх людей. Але якщо водночас і самим Косим щось трапиться, я не сумуватиму. Утім, я ж не наполягаю, сталкере. Не ти, так інші охочі знайдуться. Ну, окей. Вроді порішали. Мужик, а що тут делаєш? Я дядьоня. Пізніше, гаразд? Окей. Окей. И подожди, и чё, я вроде с ним поговорил уже, обсудил всё. Сподіваюся, ти по ділу? Ну да. Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені... Косий. Сам. Так. Ну я всё тоже с ним говорил. Косий мерзот, можливо... А звід... И чё делать? Журнал. Ладно, давай, короче, пока этим квестом займемся. Сколько тут топать? 80 метров. Окей, погнали.
Чо ти? Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Ну, не благодарі. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припої. Давай, давай. Я вже казав, що в тобі не сумнівався, а? Припій. Технік МСОПа. Слизький тип. І ти не сильно схожий на людину, з яким припій зазвичай працює. Это все, что ты узнал? На кого я похож? Ну давай. Густо. Це все, що ти з'ясував? Технік, окей, работает. Раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній, кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш. Зізнавайся, що ти біля старого мосту робив? Аномалії шукав? Чи щось цікавіше? А ти там що діяв? Активував одне устройство. Що я там робив, мої проблеми. А от що ти там забув? Гарне питання. Пішов перевірити нову світлову аномалію, звичайно ж. Її з пошти гарно видно було. Шукав причину, знайшов тебе. Цікавий збіг. Один на мільйон, я б сказав. Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба – думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Що тебе далі мені допомагати? Яка? Просто скажи, що робити далі. Я дізнався дещо цікаве. Після того, як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. Угу. І що? Там монстри? Гірше. Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат січеш? Угу. Ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо, що відчинить нам усі двері. Окей, о, полтора косаря далі. Нормально. Слушай. Вот такая косаря, это мне нравится. Так. Ну-ка по карте глянем. Попасть в заброшенный коммуникационный узел сферы. Окей, пошли. Сходим. Сохранимся только. То мало ли. Перезаряди стволы. То мало ли, какая свинота опять выскочит. Так. Простите меня. А, ну это подгрузка, ну да. Как я мог забыть? Кстати, подожди, костюмчик, что ли, мне получше выдали? Да. Ну слушай, я бы такой бы, чтобы я бы обменял бы, я бы свой продал бы, наверное. Уж это хорошие деньги, на хорошие деньги можно купить хороших патронов. Ну что за день? Купоны на нули, хабарный пятня. Ты так стоишь, патрулируешь, потому что нужно идти куда-то, что-то продавать. Давай сюда, короче, заскочим. Где там этот... Так, нет, это техник, это мне не сюда. А где дальше тут сидит? Давай, короче, продам тебе сейчас костюм. Давай торговать. Ну, погляньмо, що там у тебе. Забирай, короче, этот костюм. Противогаз я себе, пожалуй, одену. А, калашников ты не заберешь. Три косаря. Нужно, короче, патронами побольше еще запастись в таком случае. Блин, у меня ружбайка уже приходит в негодность. А ну вот мне за сколько отдашь? За три косаря. Ну я даже не знаю. Я, в принципе, наверное, пока устраивает ее состояние. Типа, оно стреляет и стреляет. Дроби мне, наверное, достаточно. Я бы, наверное, патронов на МП5 взял бы побольше. Ну что-то такое, да? Хотя бы на косарик. А еще есть? А еще нету. Ладно. Давай подтверждаю. На калашников я даже не знаю. Он
Уже покалечен жизнью этот Калашников. Все, давай, бывай. Так, ты меня выпустишь? Ну слушай, от радиации чуть побольше защищены. У нас теперь есть противогаз, у нас костюм чуть-чуть получше. Но это не может не радовать. Давай, короче, перезаряжусь пока. А то есть подгрузка, кстати, идут по квадратам. Так, а что у нас тут? Это болото или что это? Так, короче, уже на перевес возьму пока. Что-то, мне кажется, я лезу туда, куда меня не приглашали. Ну да, вот там видно. Ох ты ж. Так, и что мне здесь по задачам? Журнал за 7 камнями. Попасть в заброшенный коммуникационный узел сферы. Окей. И как я должен туда попасть? Слушай, ну здесь можно артефакт добыть так-то, я не знаю, я сохранюсь. Так, хильнуться. Потом побежать здесь. Отлично. Что за акт я добыл? Дай-ка посмотреть. Вес радиации. Опять же радиоактивный. Вот был у меня что-то на резист радиации, это было бы другое дело. Ладно. Это деньги, как говорится, да? Так. Здесь тупо какой-нибудь такой мутант засел, который спокойной жизни мне не даст, да? Так. Ты давай нож достань. Ну да, местечко такое. Поломанный калаш. Разрядить, забрать. Чинить смысла не имеет.
Так, вроде все осмотрел, да? Короче, ждем скримера, да? Ну давай, подходи. Я же знаю, что здесь кровосос сидит. Давай, давай, я знаю, ты хочешь. Господи, что ты такое? Это этот гад, который кидается вещами. Помните такого? Мы на барже видели в первой серии. Не-не-не-не-не. Отступаем. Так, ну что-то у меня прилетело такое. Где ты? Ну слушай, если разобраться, не такой уж он опасный, да? Главное бегать побыстрее. Или опасный. Все, готовченко. Что здесь? Я хоть посмотрю на тебя. Полтергейст. Разрядить, забрать. Это какой? Вернуть себя нельзя, к сожалению, да? Ладно. Тілка Мсоповца. Усе готово. Коди від колектора змінили. Новий 2765. А на ребрах? На ребрах усе зроблено? Так точно. Прийняв. Повертайтеся. І щоб нікому ні звуку. Слухаюся, ні звуку. Окей. В этом говорил 2765. Опа. Хабарчик. Так, забрать все. Ага. Так нельзя. Ну слушай, я неплохо, я доволен. Че, пошли, получается, назад, да? Победили полтора. Артефакт забрали.
Теперь можно и на выход. Так, туда нам идти, да? Фонарик, в принципе, можно выключить. Так, а ну-ка, дай-ка посмотрю по карте. Да не. С ними замками, основное задание. Принял сферу. Код 2765. Ладно, походу еще не все. Пошли проникать в сферу. Ну, заодно еще там тайничок, помните? Был у нас такой. За заборчиком. Опа, так. Где-то вот здесь, да, проникнуть можно. Давай сейф. Угу. Судя по всему, это будет не то, чтобы очень просто. Проникнем в сферу мы, наверное, в следующей серии уже. Но вам спасибо большое за просмотр. Лайки, подписки. Все, всем пока.